так уж получилось, что любое место начинаешь с грибов нынче. Да, пошли красноголовики. Это коневок, какие образцы тут достал. Но сейчас пособираю грибы сначала. Если один есть, значит все равно тут где-то я видел. А, вот. Вот, пожалуйста. Вот. Этот, наверное, червивый будет. Потом разрежу. Так. Все перекопано на 100 раз. Так, по опушечке надо походить. Вон стоит. Вот стоит. Вот какой хорошенький. Там еще один. Вон там еще несколько. Он тоже старый этот. Ну вот эти более-менее, да, хорошие. Ну этот помоложе должен быть нормальный. Он как раз ненормальный. Сейчас придется идти за мешочком. Так, это даже резать не буду. Яма. Проверим, что там есть. Ну ладно. Вон там еще какой-то гриб стоит. Нет, не гриб. Вот слепой он, есть слепой. Кварчик в животке. На просвет надо будет посмотреть. Есть ли в нем зеленка. Ну, технология по отвалам ясна, как работать. Тупо копаешь и смотришь. Тупо. Вот так вот всякую холеру. Копаешь. Кварчик везде валяется. Желательно, чтобы он с хлоритом валялся. Вот здесь вот немножко есть хлорита. Вот так это. Не образец, конечно.
Ну вот здесь, в принципе, может быть, конечно, вот в этом месте. Может, но не должен. Ну, вот тут небольшие кристаллы, конечно, есть. Так, отложим в сторону. Это ширкнуло тут. Понятно. Ну вот какая-то щеточка тут попала. Блескивают кристаллы. Так надо. Сыро, грязь, конечно. Это хрустнуло. Опа-на. Ну вот, наверное, за сегодня самый лучший экземпляр. Жаль будет, если не фантом. Жаль, жаль, жаль. Порода. Осколок кристалла кварца. Чего интересного? Кварц. Где-то так вот хрустит.